знаете, много. Нашла. О, ничего. Только не смотри. Роза, это что там горит? Вот там так собраны сосны, да? А ты горы не сжигают. Не снимал, вот видишь? Не вижу, я не могу. А Игорь, ну покрасивее. Водопад, смотрите. Водопад. Так, кстати, можно туда садиться, что ты говорила. Сидела. Через стекла смотрите, фокус. Но все равно. Да. Только вот здесь отсвечивает. Отретушируем. Через фотошоп пустим, такой красавец. Да. Ну, у него стабилизация хорошая. И он уже с тобой, да. Времени хватает. Давайте покачаем эту сумку. Не надо, ну пожалуйста. Чего? Это мушка. Уши заложил. Я очень боюсь. Ну и песню свою. Эй, уханье. Эй, уханье. А не дай бог ухнет, ты что делать будешь? Ну и все, что. Рот открываю. Главное, что делать. Мы равнивать давай. Давайте не будем эту. Когда человек боится, вот обязательно вот надо как-то поиздеваться, вот, я не знаю. Ну это же доставляет удовольствие всем, ну это же как обычно. Ну садись. Да, вот он. Красиво. Уши какие-то. Не, вы молчите. Вот так. Уши прям закладывают. Вообще. Вот пошире открывайте, пока не щелкнут в ушах. Выравнивать давление. Да, вот щелкнуло. Смотри. А вот скажите, пожалуйста, где вы заблудились? Я заблудилась от рыбок потеряли. Да, вот мы и потеряли на рыбках. Мы угадали, что вы там вот заблудились. Я кричала. Так я шла за ней. Ну не докричала до вас. А я гляну по времени, у меня что-то на час ошиблась. Думаю, о, они, наверное, кушать пошли. Визитку показала, они мне показали. Я очень громко кричала. И я вперед. Вы помните, да? Она мне кричала, посадите на них. Почему так шумно? Человека, это самое, инстинкт потянул боку. Может, грунт и все. Видите, как она боком стоит? Что она боком стоит? Кто? Опора. Опора? Да, они ровно стоят. А мне кажется, это... Или задумка такая? Это нормально. А вон те там тоже так же стоят? Может, распределение? Ну, одна стоит вот так, другая вот так стоит. Они на растяжку. О, уже приземлились, да? А это что строится? С неба. Что строится еще? А, вот гостиница. Гостиница? Это еще год уже будет готово. Бай-бай. Все, теперь можно пугать, да?